Свершилось. Капище вырыли. Мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли. Закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре и Немане перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаенная. Посмотрите, ведь заверещали змогарики, завыли, застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили, как будто их от мамкиной груди оторвали. От генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом, чтобы их глаза светились этим маслом, как у слепых и прокаженных. Значит, в точку. Значит, огнемет попал прямо в муравейник.